Добрый день, уважаемые друзья канала «Настоящий узбекский». Мы отправляемся в путь и едем сегодня в город Хиву, который находится на западе Узбекистана, в пустыне Кызылкум. Для этого мы отправляемся на южный вокзал города Ташкент, откуда отходят поезда по Узбекистану. Отсюда отходят все поезда по Узбекистану, кроме высокоскоростного поезда «Афросиаб», который отходит с северного вокзала. Итак, это южный вокзал города Ташкент. Рейс Ташкент-Ургенч-Хива – это ночной поезд, который едет примерно 15 часов. Выезжая из Ташкента вечером, примерно к 9 часам вечера, вы будете на следующий день, примерно к 11 дня, или утра, вернее, в городе Хива. Раньше этот поезд ехал до города Ургенча, сейчас, с прошлого года, путь продлили до города Хива, и там построен новый вокзал. Ночной поезд – это значит вагоны плацкарт или купе. Мы приобрели билеты на вагон купе. В вагоне купе вам выдают новое чистое белье. Также можно попросить чайник. Здесь в купе уже есть кофе, чай. И у проводника можно брать кипяток. Итак, ровно по расписанию поезд отправляется из южного вокзала города Ташкент. Впереди длинная ночь с остановками в городе Самарканд, Бухара, Наваи и уже на следующий день Ургенч. И в 11 часов утра поезд прибывает в Хиву. Вот уже утро следующего дня. В окне виднеется пейзаж. Это пустыня Кызылкум. В наш состав не присоединили вагон-ресторан, поэтому лучше взять с собой в путь какой-либо провиант. Но проводники заверили, что летом
вагон-ресторан все-таки есть. Вот мы прибыли в город Хиву. Это вокзал, новый вокзал города Хивы, который был отстроен в прошлом году. От вокзала до старого города Хива всего лишь несколько минут езды на такси или же на маршрутном автобусе. Касательно стоимости проезда на данном поезде, вы видите вот образец билета, а также сайт etiket.uzrailway.uz, на котором можете посмотреть актуальные цены, которые зависят от сезона. Вот при выходе из вокзала города Хивы вы видите современную инфраструктуру. Большое спасибо за ваше внимание. Это была поездка Ташкент-Хива. До свидания.